связи с ростом цен на электричество город Кухтла-Ярви в этом году уже потратил на уличное освещение на 25 тысяч евро больше, чем за тот же период прошлого года. По словам вице-мэра Кухтла-Ярви Людмилы Янченко, в этом году плата за освещение улиц Кухтла-Ярви в течение первых 4 месяцев составила 128 607 евро. Для сравнения, за тот же период в 2012 году 105 860 евро. Рост цен за электричество уже заставил город потратить на уличное освещение почти на 25 000 евро больше, чем было потрачено в прошлом году за те же месяцы. Хотя Кухтла-Ярви покупает электричество у ВКГ «Энергия» по более дешевой цене, чем та, которую пришлось бы платить фирме «Эстиэнергия». Отключение уличного освещения на время белых ночей позволяет городу сэкономить на электричестве приблизительно 50 000 евро, отметила вице-мэр Кухтла-Ярви Людмила Янченко.